Аиша Джулка дебютировала в Болливуде в фильме «Курбан» в 1991 году. После «Курбана» она снялась в режиссерском фильме «Мансура Хана» вместе с Амиром Ханом. Аиша выступала с ведущими именами Болливуда в 90-е годы и была популярным лицом благодаря своей потрясающей внешности. Актриса была на вершине своей карьеры, когда решила покинуть мир гламура, чтобы вести нормальную жизнь. Аиша Джулка вышла замуж за строительного магната Самира Ваши в 2003 году и наслаждается своей супружеской жизнью. В интервью Аиша рассказала о своем решении уйти из Болливуда и о том, почему она решила не заводить детей. Раскрывая причину, по которой она воздержалась от материнства, Аиша сказала: «У меня нет детей, потому что я их не хотела. Я трачу много времени и энергии на свою работу и социальные дела. И я рада, что мое решение прошло хорошо для всей моей семьи». Далее она рассказала о своем муже Самире и сказала, что ей повезло иметь такого партнера, как он, который всегда был ее опорой. Она заявила, что Самир всегда позволял ей быть такой, ни в чем не давя на нее. По ее словам, он улучшил мою жизнь, дав мне свободу выражать себя в различных сферах жизни и поддерживая меня во всем, что я хотела делать. Я никогда не чувствовала никакого давления. Хотя все ее фильмы довольно хорошо шли в прокате, но фильм «Далал» был ее самым любимым. Аиша была одной из главных героинь 90-х годов, несмотря на то, что она оставила свою процветающую карьеру, чтобы вести нормальную жизнь. Аиша сказала, что хотела бы уйти из индустрии, когда ее фильмы преуспевают, а не терпят неудачи и разочарования. Она также призналась, что хочет наслаждаться своей супружеской жизнью и считает это правильным решением. Хотя ее все еще видят в небольших ролях, но Аиша заявила, что это исключительно для ее друзей. Аиша начала свою актерскую карьеру в 1983 году в качестве детской актрисы. В интервью газете «Индостан Таймс» Аиша сказала, что актерское мастерство всегда было в ее списке желаний. Она заявила: «Я была любителем кино с детства. Моя мама часто ругала меня за то, что есть определенное время для просмотра телевизора, но мой отец из военно-воздушных сил, так что я росла свободно. Я думаю, что актерское мастерство пришло ко мне естественным образом, так как я проводила много времени перед зеркалом, обматывая вокруг себя мамин шарф и разыгрывая сцены из фильмов». В том же интервью Аиша рассказала, как после своего брака с Самиром она хотела сосредоточиться на своей личной жизни и сказала: «Когда я вышла замуж за Самира, я хотела вести семейную жизнь и хотела увидеть другую сторону мира. Поскольку я начала работать в очень молодом возрасте, в 1983 году, в течение многих лет я просто работала. В какой-то момент мне захотелось наслаждаться своей жизнью. Я хотела веселиться со своими друзьями и делать много вещей, за которые я должна поблагодарить своего мужа, который открыл для меня тот мир, которым я наслаждалась все эти годы». Знаете ли вы, что Аиша пережила несколько тяжелых времен, когда она была прикована к постели в течение некоторого времени из-за травмы и набрала много веса? Последний раз ее видели в фильме «Гений» в 2018 году, и помимо небольших ролей в фильмах, она является совладельцем строительной компании «Самрок», линии одежды, спа-салона и бутик-курорта в Гоа. Помимо всего этого, Аиша активно участвует в социальных делах и помощи животным. В течение короткого промежутка времени Аиша доказала свою отвагу в актерской игре и заняла постоянное место в наших сердцах. Ее невинные глаза и очаровательная улыбка завоевали миллионы поклонников, и мы до сих пор испытываем ностальгию, видя ее на экране.